Здравствуйте. Калашников против Феста в эфире и рубрика «Мастерская приспособления», ну или нулевой ролик. Значит, делаем мы побольше стол, чем внизу. Фактически принцип соблюден тот же, базовый. Единственное, что хочу сказать, там 100-миллиметровые колеса, значит, показываю, они довольно легко это все, даже он перепрыгивает провода. Вот. Естественно, здесь не хватает еще пары, мы заказали, то есть здесь будет, чтобы это, как видно сейчас, здесь довольно провисает, здесь будет еще пара колес со стоперами, они просто в дороге, здесь будет еще как минимум 4 колонны вот таких. Этот принцип очень себя оправдал, очень удобно, просто я не нарадуюсь, если честно. Здесь мы впоследствии, сейчас мы сюда очень простой тетрак врезали по определенным соображениям, хотим попробовать. Ну, принцип основной, тут детали будут разниться. Посмотрите, как устроен будет параллельный упор, немножко по-другому сделаем. Там выявлен один недостаток, но небольшой. То есть вообще данное изделие, оно в принципе будет от базового отличаться только тем, что будет условно работа над ошибками определенно. Ошибки незначительные, как вы видите, общая схема соблюдена. То есть она себя оправдала, она довольно удобна, там, мобильна, можно работать нормально. Здесь стрела вообще небольшая прогиба, здесь 30-ка фанера и плюс еще 18 мм. То есть общая толщина довольно серьезная. Когда здесь станут еще колонны, естественно, тут будет довольно ровная плоскость. То же самое здесь, как только колеса станут, это все вернется в свое положение. Даже одного зажатого стопера хватает, чтобы эта махина достаточно надежно оставалась стабильной. Ну, то есть ее остановила, она уже дальше не поедет. Зачем сделали этот стол? Дело в том, что сюда поставим все-таки, попробуем 75-ку пилу. Дело в том, что фестуловская пила, все же, ну, это пила погружная. Это все-таки не станок. Естественно, 55-ки немножко не хватает по мощности. Придется поставить ту, которую я изначально покупал, но не поставил из-за того, что у меня большое было зафиксировано отклонение 75. Но в данном конкретном случае мы собираемся пилить только 90 градусов, то есть даже под угол, ну, крайне редко. Поэтому все-таки будем 75-ку сюда монтировать. У нее там редуктор стоит, и 1600 ватт против 1200, все-таки есть разница. Естественно, она где-то будет где-то в центре. Каретки, они все будут построены именно в этом столе, на тетраке. То есть здесь не будет никаких обвесов. Все обвесы, если будут, но это просто, чтобы работать со столом, как с ферстаком. Все остальное немножечко будет изменено, учитывая. Дело в том, что мы хороший опыт получили по скорости, по темпу работы. На маленьком, ну, на маленьком он относительно этого маленький. Он достаточно серьезные заготовки пили, как для такого малыша. Ну, естественно, хотим, чтобы на этом столе можно было лист стандартный покроить. Вот здесь у нас 1222 миллиметра на 2500, да, то есть такое. Я думаю, что первый рез большого листа 2,85 на, ну, то есть расчет такой, что самый большой лист 2,85 на 2,07, мы сможем первый рез сделать вдвоем, естественно, одному это нереально в принципе, для того, чтобы потом уже это будет дело техники, чтобы пошинковать на меньше. То есть время сэкономленное, оно стоит и усилий, и затрат по материалам на то, чтобы все-таки этот стол сделать. И плюс надо учитывать, он вполне, то есть высота его, как вы видите, как раз по правилам военной науки. То есть обычно рекомендуют верстак делать по твоему росту и плюс ладошку, да, вот так вот. То есть как раз это то, что нужно, чтобы просто работать как сборочный стол. Опустил пилу, причем подъемник на пиле тоже себя отлично ведет. То есть здесь будет аналогичный подъемник и струбцы, ну, в этом случае у меня здесь пространства достаточно под столом, я не буду калечить. То есть в итоге мы получим одним отжатием пальца, у нас пила ушла, плоскость появляется, пожалуйста, работай. То есть, ну, единственное, что здесь перфорации, скорее всего, все-таки не будет здесь на столе, потому что толщина здесь большая, поэтому мы завяжемся здесь на тетраках. То есть для того, чтобы закрепиться на столе, вот у нас по периметру тетраки идут. И здесь внутри стола будут тетраки. Единственное, что сюда еще лист мы пластика наклеим, на это все, на контактный клей, для того, чтобы скользило. И все-таки фанера, как ее не пропитывая, все-таки на ней, ну, то есть она износ дает. А пластик, он более износостойкий.
ну и плюс элемент скольжения. Вот такие вот дела у нас. Значит, это вот по ходу стройки, так сказать, показываем. Сейчас уже хоть какие-то очертания эта махина приобретает. Как вы видите, мы потихонечку, я еще не знаю, сколько это времени займет, но займет какое-то время, чтобы мы привели более-менее в чувство. Я, конечно, буду вас знакомить. Но особых новостей не будет, здесь будут нюансы. Именно в том, чтобы какие-то мелочи, да, засветить, которые, ну, может быть, будут кому-то полезны. Ну, вот, в общем, такие вот дела. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.